Правительство Молдавии отправлено в отставку. Недоверие кабинет Валерия Стрельца, члена либерал-демократической партии, выразили не только оппозиционно настроенные социалисты и коммунисты, но и демпартия Молдавии, до сегодняшнего дня входившая в прозападный ЛДПМ в правящий альянс. Напомню, недовольство действующим премьером вызвал премьер бывший Влад Филат, арестованный 2 недели назад фигурант дела о выводе за рубеж миллиарда долларов. Тот скандал спровоцировал массовые митинги, продолжающиеся в Кишиневе уже больше месяца. Оппозиция требует полной смены власти. В эти минуты в центре молдавской столицы по-прежнему проходит многотысячная демонстрация.